Всем привет! Помните видео, где я показывала, чем занимается мой отец на пенсии? Я снова в гостях у родителей и хочу показать вам, какую мастерскую сделал дома мой отец, которого зовут Ренат. Сделана она из старого шкафа, и здесь он реализует свои творческие фантазии. Это мендосинский мотор, который питается солнечной энергией. Новая карусель, я назвала ее «Релакс». И уже знакомая вам по прошлому видео «Ярин карусель». Сначала появился большой кусок оргстекла. И возникла интересная идея, которая с успехом начала воплощаться. Вот так каждый день кипела работа. Смотрите результат. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, до новых встреч!